Накануне вечером 6 человек пострадали в аварии в Минске. На пересечении улиц Орловской и Корстояновой перевернулось маршрутное такси. Микроавтобус 83-го маршрута двигался по улице Орловской в сторону площади Бангалор с Корстояновой налево. На ту же улицу выезжал автомобиль «Альфа-Ромео». По словам обоих водителей, они двигались на зеленый сигнал светофора. Как машины столкнулись, сейчас выясняют следователи. Шестеро пассажиров маршрутки с различными травмами были госпитализированы. В перевернутом состоянии входилось маршрутное транспортное средство, в котором находились пассажиры в количестве 9 человек, 6 из которых в дорожно-транспортном происшествии пострадали и обратились на месте происшествия в бригаде скорой медицинской помощи, впоследствии которых доставят в различные медицинские учреждения города Минска и области.